Всем привет! Привет! Витёк и Стас, два барана. Ну, в смысле... Вы меня поняли, два пета-барашика. И, в общем, самая классная жизнь радужная встречает вас в Castle Crashers. Мы в пещере. В адской пещере адской адскости. Погнали. Пойдем. Музыка клевая, здесь будет опасность. А, здесь слизни еще будут, я помню. Я слизня кинул другого слизня, прикинь. Я крутой. Крутой. Почему они не соединились, кстати, вопрос? Они должны были в одного мега супер слизня. Ну, по идее, так это все делается обычно. Но им это не обычный слизень. По-моему, они очень сильно бьются, эти слизни. Ого! Смотри, 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 что они делают! На они сели прыгают. На лицо! Сели на лицо. Да. Стас, вообще эти слизни. Стас, я тебя освобожу. Они у меня выпили мой коктейль, что ли? Мой коктейль. Который я взял с собой. Алкоголические слизни. Я его поймал прямо в процессе в прыжке, я прикинь. Да что ж такое-то? Когда он умрет? Бесконечный слизень, а? Все, загасили. Какие душные слизни. Смотрите, какой-то чел сидит. Если его выкопать, нормально все будет? Бью слизня. Избил. С ним уже ничего. Вот ты смотри, как я уешный просто замесы делал. Стас, вообще топ-магия. Эти фаерболы мега-гигантские. Какой музон, ты слышишь, Стас? Да, музон вообще шикарный. Я прям тащусь. Под эту музыку только слизь и давить. Дави слизь. Мисси Гуано. Мисси Гуано. Ну, если мы в пещере, то по-любому Гуано должно быть много. Вон, видишь? Вот оно, Гуано летит. Главный поставщик Гуано в этой пещере. Вон оно. Как убить, я забыл? Я не помню. Она срет, говорит дочка. Оно лижет. Лизнуло на 60. Оно срет и лижет одновременно. Срет и лижет. Так, лучше, походу, не попадать под то, что оно делает. Я мышку сбил. О, икс. Меня отравили какахами пакучими. Нет. Нет, Стас. Ты инопланетянин с отравой. Я вообще, наверное, не должен переживать вот через это все. Бактерии местные. Какой-то он изи. Просто мы уже прокачаны. Думаешь? Знатоки просто. Он меня лизнул еще разок. Ух, еще разок лизнул. О, он сдулся. Стас, икс. Конечно, теперь-то любой придет. Чудик, погоди, мышка не, мышка не нужна, я вот. Я с барашком. Я барашек тоже хочу барашек. Ух ты! Богатство! Король забрал половину, блин. Вообще, читер. Он даже руки не... Стас, ты 91 монетку собрал, я 68. Это что это такое? А, монетки! Да тут опыта больше получил, а я меньше. Ну ладно. Согласен я, короче. Зачем мне маги, если я буду равномерно, мега, да, прокачиваться? А Стас мега маг. Вот, смотри, у тебя новая магия откроется. Да, мега магия. Давайте еще мне очков. Так, что нужно новая нажать? Новая магия. А, в прыжке можно будет моего атаковать, понятно. Так, а почему мы не можем дальше куда-то идти? А, нам вниз надо, типа? Да, нам надо выбрать с тобой либо сюда, либо туда. И куда мы? Не, нам с тобой прямо надо, потому что внизу мы пока, по-моему, пройти не сможем с тобой. По-моему, там завод какой-то и там закрыто. Или а замок. Там не будет какой-то кусок, то, что нам нужно? Ну, нам там нужно. Нам туда нужно. Там, ну, пойдем, зайдем, ты увидишь, поймешь сразу, вспомнишь. Пойдем, посмотришь. Я помню, что там какой-то босс, по-моему, прикольный. Да. А, все, я вспомню, сейчас не... Там принцесса плачет. Мы не можем пройти. А он нам факушки показывает. Ха-ха-ха. Ты недостаточно силен, чтобы выбить эту дверь. Все, я понял. Мы там с тобой бургеров должны будем объесться. Да, я вспомнил. Цветущее поле. Ой, какое красивое. Какая поле. Какая прелесть. Новое. Это явно мой дом родной. Здесь нужно добавить мою радугу. И пчелы. Ой, пчелки. Кто пчелок уважает, кто их не убивает, того не желают. Явно это не про нас песня. Знаешь такую песню, да?
Я слышал что-то про пчелок. Да, пчелок уважаю. Ух ты. Какой-то хреновой маги, если честно. Согласен. Кидай фаерболами, не парься. Новые пчелы. В атаку. В атаку. В атаку. Там один застрял, кстати, на катапульте. Чё-то пока изи, музыка клёвая тоже. Такая прям, знаешь, какая-то героическая. Опа, черти. Это Нильфгард! Нильфгардцы! С этими, как его... Своих яйца бароня. В членок своих вот этих вот. Машоночные бароня, как их называют некоторые. Пасечники, нильфгардцы, пасечники. Ух, я куру там какую-то сожрал. Отлично. Ну тебе не надо было, а мне, наверное, тоже. Мы просто с тобой поголодали. Опа, о, я нам... помню, вот это вот. А, прыгнуть. Ложись! Ой, я не долетел или что? Они вот эти положат. Нормуль. Ты смотри, такая команда захвата адская. Команда адская. Опа. Новый Нильфгард. А вот эти вот темные властелины с лазерными мечами, я помню. Это как вот джедаи. Да-да-да. Которые перешли на темную сторону силы. Истинные джедаи. Истинные джедаи? Да-да-да. Нельзя такие слова говорить, осуждаю. Осуждаешь? Осуждаю за джедаев. Они выглядят просто, они на джедаев не похожи. А вот на джедаев... Что-то они какие-то легкие, мне кажется. Ты там фаерболами по 30, блин, пробиваешь. Мако, новый комбо, ХУ. Типа ХУ. Там это... ХУ. Не дал? ХУ. А я так не могу еще. Но мне до 8 тоже недалеко, ничего, я скоро смогу. Че быстрее меня бегаешь? Потому что у меня 8. Так, я буду чеканить их там около двери, около входа. ХУ. Как это... Русская народная. Казачок. Казачок. Мне, кстати, здесь проще в них стрелять. Я стою просто по прямой фигачу. Хэу. И чё? Витька разошелся. А, вот так вот, а перекот типа получается. Космос. Подсечка называется. Саечка за испуг. Ух, фига себе. О боже мой, что я творю? Ты посмотри, что я там творю. О, там здоровяк пришел, аккуратней. О, здоровый, давай, души. Где я такой? Такое ощущение, что меня уже, а не я. Смотри, вот здоровый прям упер, идешь ко мне. Стаса по XP уже обогнал, кстати, Стас. Отлично. Вот что значит за месси, а? О, вот так, розовые рыцари, на! Залетаем. А тут вампир будет. Ой, торт помяли. Торт помяли, да. Принцессу украли. Там свадьба должна была быть. Интересно, она плачет, потому что ей торт не достался или что? А, деньги! Да деньги забери, господи! Плевать на принцессу, бери деньги. Вы меня разозлили! Гневное огненное распятие. Воу, они бомбами кидаются. Я бы не сказал, что ХУ это такая важная вещь, если честно. О, это бомба! Ничего важнее, просто обычные... У меня еще жопа горит после этого. Обычные атаки. Остат деньги собирает, главное. А я деньги собираю, да. Мне ничего не надо. Дайте денег. А я там за тортом кого-то гашу. Я мороженку возьму. О, с него мясо выпало, нормально. Ха-ха-ха, я отожрался. Ну, они такие бронированные говнючки-то. Да, ну, неудивительно, они еще брони. Во-первых, по 10 только получают. Их магии. О, 12 денег, бриллиант. А тортик можно съесть? Да тебе не надо, у тебя полное здоровье. Да, да? Блин, а у меня мало. Не ешь торт. Я же не знал, что их можно ловить. О, смотри, мясо бери, ешь. А вот тут яйцо, крекер какой-то или что-то, я даже печенька. Не знаю. Печенька. Типа маффин, что-то в этом духе. Очень. Ох, ХУ, кстати, можно в прыжке делать. Икс! Хорош отбил.
Бомба! Оу, по голове бомба. Нет, и только еще не одна бомба. Бомба, Стас, осторожно. Так, одного выключил. Яблоко, Стас, иди съешь. А пока их почеканят, иди яблоко ешь. Еще одно. Готово. Ух, хороший дело, вообще прям плотненько. Нормально, парни, выходят прям из окон. Не, бомба! Он и меня, и чужого подорвал. Откуда тут чужой? Тут все свои. Так ты же, у нас ксеноморф, что забыл? Это тоже. Согласен. К ним надо вплотную подходить, они так... Ух ты, бриллианты какие с них падают большие. Я уже смотрю, сколько денег поднял. Опа, еще. Бригада захвата. Я застрял в лавочках. Ах ты лавочник. Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух. Видал, металл, я его протянил. Потел за ним. Давай в полете его. Хорош, как мы с тобой, а? Классных разбираем. Сила! Магическая. Да, свадьба! А, это ж босс сейчас будет. Это он босс? А чё он такой большой? Я от барана сразу получил. Ух, нифига себе, мы брони. Давай с двух сторон его, давай. Куда это? Сейчас термоядерные ракеты, я помню. А-а-а, подбомбило! А, как меня так подбомбило? Я же в центре стоял, это какой-то обман. Снова в атаке. Я прыгаю ему на лице. Он встать не может. Нормально. А что это я упал-то? Не знаю, он тебя походу взорвал бомбой. Тогда буду прыгать ему на лице дальше. А, он опять пошел. Подлец. Ух, ни хрена себе там у него. Психанул. Арганта. О, там электрический стул, господи. Не подходи близко. У меня хпшечки совсем на карполях. А у нас еще есть с тобой хилки. А, ну да, точно я забыл. Уж у меня геймпад сейчас взорвется. От вибрации? Ну выходи уже, давай. Заставил меня выпить. 9-й уровень, на! А ты 7 лет был в завязке! На-на-на-на-на! Готовченко. О, сейчас драка за принцессу будет, да? Кто-то был в туалете. Нет, вот босс-то главный. А, нет, это он потом будет. Это отец его, по-моему. Отец? Угу. Help me. То сами вышел. В своих семейных проблемах. Не было времени открывать дверь, он просто вышел. Помял замок. О! А, это мы! На карете. О, клево! А сражаться тоже тут будем? Да. О, рубил его, Стас, нормально, я люблю такое. Я люблю, знаешь, когда во всяких играх разных там сражения там на корабле. На какой-нибудь. На поезде, например, обожаю. Та-та-та-та-та. Я их скидываю. Нас догоняют. Лезет, смотри. А? Пошел он. Да, просто руками скинул. О, бомба! Оу! Нет! Это что? А, меня выкинуло! Бомба! А! Господи! Страшно как. Что? Котейка! А, Стас, спаси нас! Меня выкинуло! Я еще выпил, что ли? 5 лет держался, не пил ни капли. Теперь класс. Приходится. Так, я буду защищать тебя.
Что это было? Пух! А как от этого избежаться? Прыгать, наверное. Почему у тебя какой-то странный кот вылазит, скажи? Я не знаю, если честно, что это было. Куда прыгать-то здесь? Я не знаю, вверх, наверное, хотя как там, все равно не спасешься. Вот именно, он же долго это делает. Надо, наверное, просто пробить его, Стас, давай. Как хочешь, надо его убить. Давай, долби. Давай, последние два удара. Еее. Ой, боже, мы в шоке. Круто. А там, может, слева что-нибудь было? Да нет, там тупик. Пошли направо. Приехали. Надо было пригибаться. Ух ты. О, гриб. Пором. Можно? Можно? Фига себе, волшебный. Я успел радугу продать. Жень, что-то забронировались сильнее. Я теперь по 9 бью, а не по 9. Я топчу лицо. Я вообще бью по 6. Ты не бей, ты магии колдуй. Она гораздо реже бьет. Ох, так-то мышь. Нет, мышь. Что у него? Не знаю, он что-то походу хотел спереть у нас. Он просто так не появляется. Убили. Еще одна так-то мышь. О, левелап у Стаса. А он прет, да? Он крадет что-то? На, ну, обычные деньги. Это получается, ты меня почти на пол уровня обогнал вперед, что ли? Да, я говорю, я уже зарубил всех. Какой отстойный персонаж у меня. Да нет, ты просто желейки. Я буду, наверное, чаще тогда махать своей палкой. Опа, они разгружаются, Стас. А вот почему Тахтамыш бежала. Боже мой, слева опять еще орда. Забрать деньги. Тахтамыш! Тахтамыши жрут деньги наши. Нет, стой! Стой! А, тут уже защита. Бронированная защита подошла. Что-то мне задамажило. А! Что там? Из лука стреляет. А, это капюшон, да, бешеный из лука стреляет. Я забыл. Мочи! Музон такой, а? Мочи компи, убивай! Так-то мышь! Недовольная мышь! Ух ты! А вот это хорошая комба была, кстати. Сначала подбрасываешь, потом сам подпрыгиваешь и начинаешь душить его большой кнопкой. А, да что ж я бомбы-то ловлю в лицо, бля. Да умрёшь ты, нет, Ирод. Чеканим, пацана. Я сейчас сдохну, у меня, смотри, здоровье сколько. Ешь. Давай, грибы мочи. Блин, там еще и желейки сзади, ёп. Я что-то от кого-то огреб. От всех. Видимо, много, да. Слишком народу. Да, там вообще какой-то Армагеддон устраивается. Я стараюсь бить и колдовать одновременно. Я решил в два раза увеличить себе количество опыта получаемого. Не-не-не-не-не. А, все, я сожрал бутылку. Все. Ладно. Сколько у меня бутылок-то осталось, интересно? Ох уж эти желейки, а! Они еще бронированные довольно-таки. Ух ты, мясо шли. Я ее бросил, но она приземлилась. Да
Попади ты в нее уже, делай палку. Стас вообще потрибьют с руки. Кух, потненько. Какая вредная желе. О, вход, вход к циклопу. Нет? Где это моя? Где-то, где много лавы. О, это я помню. О! Паникуем, паникуем. О! Еще раз паниковать можно. Тынч, тынч, тынч. Че она не открывается? Все зубы сейчас выбьем. А он ломается, не? Ломается, ломается. Все, заходим. Ха, читает такой. Опа, левелап. Лапыч. Музычка, блин, кайфовая. Да. Техно такой хаос прям пошел. Хорош. Опа. Ух. Это было больно. О! Движение росло, как говорится. Они такие тяжелые, что когда их бросаешь, они даже далеко не улетают. Ух. А, он еще живой? Я думал, ты его добил, если честно. Я тоже на это надеялся, но оказалось, что это не так. Ух, потненько. Еще пачка. Бутылку выпил. У меня еще одна осталась, и все. Я топчу лица. А где они все? Где ваши лица? Я их не вижу. О! Ура, левелап! Левелап! Сразу троим лица топчу, смотри. Я слишком большие ноги. Я сразу это Rampage Night вспоминаю, там где топтать надо. Да, там очень большие есть ноги у кого. Не будет. У многих у кого. Тут можно стулья поломать, нет? Слушай, сколько их, а? Сзади! Боже. Хреново, что здесь вот когда ты анимацию атаки делаешь, тут как-нибудь прервать. Это тебе не Dark Souls какой-нибудь там. Хотя Dark Souls тоже нельзя прервать. Блин, бомба у них по 25 бьет, жесть. Да, они больно мощные, ребятки. Сбили. Я тоже сбили, да. Надо, у меня надо случилось. Будь здоров. Значит, у меня газировки кончились, кстати, скорее всего. Видишь, надо написано. Одна, да, газировка, кончили, наверное, у тебя бутылки осталась. Или последняя была, да? Да. Боже мой, что это? Это какой-то, видимо, очень крутой чувак. Смотри, у него сзади прокачанные какие-то здоровенные штуки. Это, походу, выхлопные трубы. Какие-то демоны пошли. Это, наверное, маг. Выхлопные трубы? Точно, я же говорил, что они роботы. Блин, на этих, наверное, не действует даже огонь. Да, кстати, они слабо от огня. Ух, как они вилами-то лупасят, а? Демоны. Демоны. А, у меня бутылка последняя, мне выпил. Он просто тупо два раза ударил, вот падла. Да, от него вообще от огня плевать. Так я-то буду бесполезен. А, я зато с другой магией могу его убить. О. Три сил. Это да, пушка. А это сколько? Просто две ловкости. Какая-то обилка. О, жестко. О, он плачет. За что? Мне кажется, он просто сказал, он дерзкий. Он нас с тобой убьет при любых раскладах. О, тут это для нас уже выкопали, смотри. Да, подготовили. Нет! Фига себе, фига, фига. О. Готов отойти. Как к нему подойти-то, я пока не понял. Да постреляй в другую сторону, жопа такая.
А! Ай, 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 ай! Тут лучше, наверное, вообще его не трогать. А, отбил. Группа-то вот мешается его. Я прыгаю прям на него. О, что это он запрыгал тоже? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Он прыгнул в лаву, ему было все равно. А! Гадство. Сейчас сдохну, Стас. Терпи, Витька! Ай! Тихо! О, я воскрес! Очень мало здоровья у тебя. Как и у меня. Что-то мне кажется, что мы его не пройдем. Да блин, он меня опять убил. Жесть. Бросай меня. Не. Ну, я бы не прошел бы один, наверное. Не. Злейший враг. Подлец такой. Много у тебя очков надавали. И мне тоже, кстати. Да, у тебя вон сколько очков. Я готов в защиту вкладываться. Да, 4 в защиту, 2 в магию. Что-то то как-то совсем уж прям нам больно. И что, нам заново теперь проходить? Да. Не-не-не-не, погоди, погоди на карту. Ну, типа замок заново. Карту? Мы сейчас это, пойдем бутылок купим, а то бутылок нету. А, это тоже верно. О, какой магазин? Так, мы в новый магазин пришли, да? Палка мага, наверное, да? 10 да, уровень. Плюс 5 к магии, блядь. А это что за рапира? Плюс 3 к магии. О, обезьяна, смотри, какая-то. Увеличит твои шансы найти предмет. Фига себе, она дорогая. Сколько она стоит? 325, обезьяна. Ты того не стоишь. Невозможные деньги. Ну смотри, я один раз купил, типа, и больше не паришься. Ну это понятно. У тебя всегда есть обезьянка. Маленькая, красивая. Ну, сейчас мы тебя пробьем все-таки. Что, у меня повреждение прям солидно больше стало. Ну ты прилично, кстати, по-моему, вкачался, да, да, в атаку? Ну да, плюс 4 к атаке. Жак, что заново надо. Бомб, капец, бомбы взрываются. Я его обезглавил, Стас. А я его поджарил, Витька. Давай, Стас. Давай, Витька. А не хочу еще раз проходить эту миссию. Надо побеждать. Да ладно, у нас тут хилок немерено. А, сзади со спины говнюк. Я там в рукопашку Стас издалека наяривает по ним. Я бью по 6. О-о-о. Ну, с руки я имею в виду. Лапыч. Я просто разобрал двоих сейчас. На. На тебе, на. С одной стороны, плохо, что у меня постоянно магии роняю противника, потому что я так не могу просто постоянно в них стрелять. Смотри, акулу поймали здесь вдвоем. Я убью тебя за это! Я топчу сразу троих. Опа, я опять световой меч схватил случайно. Есть контакт. Отлично. Акулка, я за тебя отомщу этому проклятому ироду. Как он смел вообще.
Так, тебя вот эти беспокоят, да, красненькие? А уже меня ничто не беспокоит, я слишком крутой, пиу-пиу-пиу! Так, я одного красненького уже душанул, придушил. А, у тебя есть какой-то энергетический еще выстрел? Да, я могу еще стрелять и просто энергетической атакой. Она по 15 бьет уже. Во! Ну что ж такое, опять, я сегодня эту пушку хватаю. Опять эта палка. Разъетит ее етит. Разъетит ее палку. Ну и ща кто-то гребет. Ну все, плачущий. Надеюсь, это будем сейчас не мы. Сейчас мы тебя будем валить. Главное, чтобы палец не устал. И такое возможно, да. Зря, наверное, прям сейчас я взял это. А я могу, кстати, в лаву упасть. Не могу. Вау. Как ты? Да вы просто тупо смотрите, просто его разнес его просто. Пол хп у него нет, между прочим. Ну я про там удачно стал занести. Плюс он почему-то именно по тебе стрелял. Ох, Стас. Магический залп. А, мимо. Бегаем. Да, хорош душить. Давай. Чё запрыгал? Оп, мимо. Мимо. А, попал. Все, готов. Такой прыгнул в лаву. Потрясающий, по-моему, момент в этой игре. Ура! Ура! Бабло! Собирай пофигу на принцессу, забирай бабло! Моё бабло! Уху! Файт! Почему? Бараш кинул! А у тебя меньше здоровья, почему на старте? Не понял. Ну потому что меня избили. Бежим! Опа! Убегай! Иди сюда! На! Лови этого инопланетянина! У-ху. Нет! Инопланетная сила! Дай мне сил, да? На лице тебе попрыгать надо. Не надо! Убегаем! Иди сюда, буду прыгать на моем лице! Да как ты попадаешь? Как попадать-то в тебя? Как он попадает вообще, дурной? Я не знаю. Многоуровневый. У нас бараны больше повреждений наносят, чем... Они вообще ничего не наносят. Забери свою принцессу, мне она не нужна. По 28 бьет. Все. Ты победил, иди целуй ее. Не, руками в этой игре гораздо проще воевать, нежели, блин, ну нафиг вообще эту магию в этой игре. Погоди, она в конце, говорят, тащит. По-моему, мы с тобой к этому же выводу пришли, когда в прошлый раз играли, типа, ну нафиг это, эту магию. Надо было, типа, идти через силу. Так. Ну давай, я вот так даже сделаю, наверное. Все, сохранение было. О, классно поиграли. Классная игрушка. Забавно, да. Как всегда. Магазин за подарками, за покупками. Да, по-моему, шопится. Мы с тобой даже не потратили, по-моему, хилки или потратили, я не знаю. Я, по-моему, одну потратил. Не, а мне говорят, ну нет, ничего. Ну что, ребят, по-моему, пора прощаться. Спасибо за внимание, с вами были Витек и Стас, это был Castle Crashers. Ой. Тут тоже магазин, давайте зайдем, посмотрим, что там за магаз. Давай. Тут бургеры какие-то. А, нет, статуэточки продают этого чувака и дубинка. О-о-о. На 5 силы, вау! 10-й левел, да, или что это? 10, 240, что фига! Но она крутая, кстати. А я могу ее купить? Нет. А, ты ее купил. Заходи в рассрочку. Смотри-ка, так я ее взял. Так пойдем, можно будет вернуться сейчас в этот и забрать. А сэндвич что делает? А возьмешь ее, у тебя будет куча силы. А, сэндвич тот, который увеличивает, да, как раз? Да. Нам с тобой, кстати, это надо.
что за рыба? Увеличит твою защиту. Покупай сэндвичи. Пойдем вернемся в место, где можно купить оружие, и ты возьмешь себе вот эту дубину. Хорошо. Пойдем? Пойдем. Она-то мне не нужна, я для тебя ее брал. Тихо-тихо, а вот здесь на арену нельзя, да? Здесь нельзя взять? На... Ну, на арену там можно зайти? Нет, я имею в виду, взять там дубину можно, нет? Нет, так нельзя, только там а во замок? Рту у ящерицы в этой можно взять, по-моему. Больше нигде. Ну что, так далеко бежать? Ротовидная да. Ящерица. Ну, походу, да. Мега-дубину. Так, так, так. Это было на пятый. О, ножницы какие клевые, смотри. Вот она. Ну-ка, погоди, секира на десятый. Что она дает? Плюс один секира, плюс три защиты. Почему я не могу ничего взять? Такой несчастный, ничтожный. Почему у него... Чем дальше мы приближаемся к заднице, тем больше каких-то странных звуков, заметь. Во, смотри, сразу и магия, и сила. Да, шикарно. Я о таком могу только мечтать. Сила и защита, вот на 20-м, что я носить буду, смотри. Плюс 7 защиты, пипец. Как это селедка. На 30-м. Какая-то слабая пушка для 30-го. Да тут все, кстати, слабые, смотри, 5 плюс 5, но плюс 5 еще и нормально. Ловкость. Вообще какие-то обилки. И жопка. Да. Ты дубин, смотри, плюс 5, плюс 5. Минус 3, правда, еще. Ну, если у тебя и так 0. Так, ну отпрощаться. Да. Все. Спасибо, ребят, за внимание. С вами были Витек и Стас. Лайки ставьте, в описании ссылочка на плейлист. Ищите, да, там она есть. Смотрите. Смотрите ссылочки там, да, на Стаса. У меня на Стаса есть также. У меня лично ссылочка на все игры, в которые я играл. В общем, всем хорошего настроения. И пока. Пока.